Ну что, как Егор? Пока никак. Слава богу, Завадский успел операцию закончить. А что там со Светом было? Да я не знаю. Я первый раз вижу, чтобы операцию при свете телефона делали. А Егор? В искусственной коме сейчас. И вообще неизвестно, что теперь будет. Тише, 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 тише. Хочешь, я сейчас с ним посижу, а ты съездишь домой, отдохнешь. Давай, у меня все равно выходной. Спасибо тебе, Танюш. Но я должна быть с ним. Ну, давай хоть еды тебе привезу. Спасибо, я поела в столовой. Ну, ладно. Точно не нужна тебе? Точно. Езжай. Ладно, поеду к хозяину химкомбината. Его личную библиотеку разгребать. Ну, ты, если что, звони, хорошо? Я сказала, что не собираюсь играть в этой замшелой древности. Модестик, ну ты же режиссер. Ты должен ловить момент. Неужели ты не понимаешь, что это сейчас вообще никому не надо? Островский. Еще Софокла какого-нибудь поставь. Я бы поставил. Только его ты точно не вывезешь. Ромчик, ну хоть ты ему скажи. Это допотопная гроза, на нее просто никто ходить не будет. И ты потеряешь свои деньги. Да я на их возврат и не рассчитывал. Так, вы творцы. Вот вы и разбираетесь, что вам играть, а мне и с химкомбинатом головника хватает. Кстати, что там с красноярским контрактом? Просили 3 дня. Завтра буду звонить. Химикаты, контракты. Такое ощущение, что искусство здесь одно меня интересует. О каком искусстве ты говоришь, а? Деньги и пиар – вот все твое искусство. Спокойно, не деритесь. Сейчас вас рассудят. Татьяна, здравствуйте. Спасибо, что пришли. Я боялся, что вы передумаете в моих книжках копаться. Ну, как я могла передумать? Вы же пообещали все лишнее отдать в библиотеку. Поэтому это мне надо было бояться. Мое слово закон. Татьяна, поскольку вы знаток литературы, можете помочь нам в одном деле? Так. Пойдемте. Прошу, располагайтесь. Спасибо. Здравствуйте. Рада видеть знакомые лица. Здравствуйте. А со мной вы пока только по телефону разговаривали. Я секретарь Романа Кирилловича. Меня зовут Людмила. Очень приятно. Итак, дело вот в чем. Наши театральные гении никак не могут решить, что им ставить. Грозу или детективчик местного автора. Что бы выбрали вы? Ох, ну, сложно сказать. Вообще, я, конечно, люблю детективы, но тут все зависит от качества. Надо почитать пьесу. То есть вы допускаете мысль, что какой-то там детективчик можно сравнить с самим Островским? А что, теперь вообще никому писать нельзя, раз был Островский? Я уверена, когда вы прочтете пьесу, вы поймете, почему я так хочу сыграть не эту амебу Катерину, а сильную современную женщину. Главное, что эта женщина – детектив. Да. Почему нет? А у нас есть пьеса? Да. Дайте арбитру. Сейчас распечатаю. Я прошу прощения. Я, пожалуй, зайду к Злате. Это моя супруга. Она сегодня немножко приболела. А мне, пожалуй, нужно припудрить носик.
Я скоро вернусь. Да-да. Это что, я всех распугала? Здравствуй, Дима. Как вижу, ты своих привычек не меняешь. Ну, наконец-то. Я знал, что ты выспишься, успокоишься и приедешь обратно. Жаль только, что не предупредила. Придется кое-какие планы менять. Не обольщайся, я на 5 минут к тебе. Значит так, ты отзываешь проверку и оставляешь в покое Васнецова. Ну, если ты на 5 минут, то об этом не может быть и речи. Хорошо. Значит, мне придется тебе кое-что рассказать. Подожди. Надо поговорить. Модестик, о чем нам с тобой говорить? Мы наш с тобой роман уже давно прочитали и сдали в макулатуру. Ты что, всерьез нацелилась на Ромочку? А что? Имею право. По крайней мере, у него настоящие возможности, не то что у тебя. Он меня и в Москву увезти может. Устроить в серьезный театр. Не умирать же мне провинциальной актриской. Так что отстань от меня. Ну, подожди, дорогая. Ты еще об этом пожалеешь. Злати, ты как? Я прекрасна. А что? Ты сочинил мне мигрень? Ну, пришлось. А что, может быть, ты все-таки спустишься? Даже не подумаю. Твоя новая пассия настолько вульгарна, что у меня начинается нервный зуд. Я тебя обожаю. Да, да. Ксюша действительно на редкость примитивная особа. Ну, ты же понимаешь, я не мог пройти мимо такого экземпляра. Обещаю, скоро все закончится. Развлекайся на здоровье, только помни про безопасность. Тебе вообще очень свойственно недооценивать людей. Ты же решил, я ничего не пойму? А я знаю, как ты вел дело о рейдерском захвате таможенного терминала. Знаю, сколько ты с этого поимел и от кого. Несешь какой-то бред. Более того, я могу это доказать. У меня есть все документы. И если ты немедленно не отзовешь своих псов, я эти документы обнародую. А ты сволочь. Ты еще пожалеешь об этом. Пожалею? Я думала, ты понял, почему я уехала из Москвы. Мне омерзительны такие, как ты. Единственное, о чем я жалею, что столько лет была рядом с тобой. Да я тебе. Я с тобой. У тебя есть 48 часов, чтобы завершить эту историю в Мухине. И учти, я подстраховалась. Посмотрим. Прошу. Не-не, спасибо. Как хотите. Злата передавала всем привет. Ей немножко лучше, но сегодня она все-таки не выйдет. Благодарю. А давайте я вслух почитаю. Так будет интересней. Я нисколько не сомневаюсь, но просто вслух долго. Давайте я быстренько сама прочту и можем обсудить. Может, тогда чайку? Нет, спасибо. Ксюша! Ксюша!
Че ты на меня вылупился? Зови давай, там моя жена. Двое злорца. Ксения! Роман Кириллович, там пьяный мужик какой-то. Говорит, муж Ксении. Господи, только этого мне не хватало. Я сейчас все улажу. Ксения! Олег, ты опять? Ну сколько можно? Я же просила. Ведешь себя, как алкаш подзаборный. А ты мне тут морали не читай. Кто же мне чистенькая нашлась? Я вон все про твои похождения знаю. Господи, какие похождения? Что ты несешь? Не делай из меня идиота. Так, все, повеселилась, хватит. Пошли домой. Куда я с тобой не пойду? Отстань. Ну что ты все время за мной таскаешься, а? Это ты таскаешься непонятно где. Все, пошли, я сказала. Бери свои руки, я сказала. Нет, ну это черт знает что. Может, нам стоит вмешаться? Модель, стихни, нервничай так. Ничего страшного не происходит. Обычная семейная ситуация. Слушай, отстань от меня, а? Я сказал, ты пойдешь домой. Отпусти меня, мне больно! Нет, ну это просто невыносимо. А если он ее побьет, а у нас завтра спектакль? Как она будет играть с разбитым лицом? Мне те люди искусства. Отстань от меня! Мне больно! Да уйди ты! Семейные разборки — это не для меня. А я пойду. Я тебе говорю, иди сюда! Бери руки! Господа, давайте не будем шуметь. Одна. Олег, не позорь меня! Ксюшенька, очнись. Ксюша. Что это с ним? Ксюш, ты чего? Так, я звоню в скорую. Да тут не скорая нужна, а полиция. Гражданин Панкратов, вы обвиняетесь в убийстве своей жены Ксении Олеговны Мещеряковой. Вы по-прежнему уверены, что вам не нужен адвокат? Мне не нужен. Я ничего не отрицаю. Я ее убил. Давайте я все подпишу, и вы отправите меня в тюрьму. Ну, в тюрьму вас отправит суд. А сейчас нам нужно выяснить все детали. А что там выяснять? Я напился. Психанул. Ударил Ксюшу и убил ее. Да это я виноват. Хорошо, я понял. И как часто вы били свою жену? Да вы что, я ее в жизни пальцем не тронул. Я ей грубого слова не сказал. Тогда почему сегодня случилась эта нелепая драка? Да потому что я сорвался. Сообщение получил, не знаю от кого. Мне написали, что у Ксюши роман с Тарасовым, и что она к нему уходит. И вы поверили в это? Поверил. Я всегда этого боялся, что найдется кто-то покруче. Там еще эта фотография, где они целуются. И время было указано, во сколько у них сегодня свидание. Я хлебнул для храбрости. Поехал. Дальше вы же сами все знаете. Здрасте, Алла Алексеевна. Здрасте. А я к вам просьбу просить пришел. Ну давай, проси. Я тебе даже прощу, что ты мне кофейные взятки не принес. Блин, забыл. Двойка тебе за это. А что там по делу Мещеряковой? Мне бы заключение побыстрее. Хочу дело закрыть, пока Миронова из Москвы не вернулась. Трудовой порыв — это похвально. Но я тебе ничем помочь не смогу. Почему? А что там сложного? Муж ее шарахнул, она упала, бошку разбила.
Молодой ты еще, Венечка. Да, действительно, Мещерякова при падении ударилась головой, но умерла она не от этого. Смерть наступила по причине внезапной остановки сердца. Я так и знал, что гадость какая-нибудь будет. Ну и почему у нее сердце остановилось? Хороший вопрос. Пятерка тебе. Естественных причин для смерти я не обнаружила, но нашла симптомы отравления, так что сиди и жди, когда придут результаты экспертизы. Так и знал. Вась, хватит так реветь. Как будто... Не специально, оно само ребется. Давайте все по порядку. Вашему отцу операцию сделали? Сделали. Все прошло удачно, удачно. Значит, и дальше все будет очень хорошо. Я так решила. А если он... Нет! Ваш отец очень сильный. Он вас любит. Он не может вас оставить. Никогда не может оставить. Даже не думайте об этом. Поэтому не будем больше любить. Ну, не будем, не будем. Давайте, давайте сделаем что-нибудь полезное. Что? 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 Уборку. Вот, смотри. А? Генеральную уборку. Где у вас тряпки? Тряпки ба. Где? А? Какая уборка ночью? Так, что-то я... Уборка будет завтра. А, вот что. Мы сейчас пойдем и испечем шарлотку. Давай, давай, вкусную! Пошли, пошли, пошли! Алла Алексеевна. Ой, ты мой золотой. Отличник. Не надо смотреть на меня таким взглядом. Я не вымогательница. Ко мне все приходят кофе пить. Вот пусть покупают по очереди. Присаживайтесь. Я понимаю, я тоже в Москве к своим экспертам кофе пить ходила. Ну вот, и ко мне зайдешь. Так, давайте к делу. Пришли результаты экспертизы. И я могу точно сказать, что Мещерякову убили. Достаточно необычным ядом. Бодритотоксин называется. Ну, только яда нам не хватало. Ой, придется всех заново опрашивать, что она ела, пила, кто подавал. Нет, Вень, бодритотоксин действует только, когда попадает в кровь. Вызывает аритмию и резкую остановку сердца. Я проверила все ранки, царапины, но на коже никаких повреждений нет, кроме тех, что при падении. И как же тогда ее отравили? Ну, могу предположить, что через слизистую. Спрей для горла, капли в нос. И как быстро он действует? Минут 15-20 после проникновения. Придется начинать все сначала. Да я уже понял, что лоханулся. Да нет, Вень, ты не лоханулся. Такое отравление на глаз определить достаточно сложно. В сумочке у нее ничего такого не было. Придется снова с ее мужем разговаривать. Интересно, как он умудрился так хитро ее отравить? Это точно не он. Насколько я помню из твоего отчета, Панкратов в баре минут 40 пил для храбрости. Только потом поехал с женой разбираться. Да, так и было. Но сообщение же ему пришло с левой симки. То есть ты что думаешь? Он мог сам себе его отправить? Конечно. Но тогда, получается, яд Мещеряковой должен был подсунуть кто-то другой. Именно. А кто сказал, что у Панкратова не могло быть сообщника? Той компании? Мне как-то сомнительно.
Хотя теперь они все под подозрением. Что, даже и Татьяна? А какой буквы в слове «все»-то не понял? Ну да ладно вам. Скажите, что вы шутите. Мария, вы не подумайте, я все понимаю и не обижаюсь. Так что вы меня допрашиваете, проверяете все, что нужно. Я ведь действительно там была. Да на самом деле я вовсе не хочу второй раз наступать на одни и те же грабли. Хватит у меня истории с женой Брянцева. Поэтому у меня будет просьба. Только, может, сначала на «ты» перейдем? Не возражаешь? Я за. Отлично. И поскольку ты была в доме Тарасова и все видела, помоги мне, пожалуйста, разобраться, что там на самом деле произошло. Особенно меня интересуют последние 20 минут жизни Мещеряковой. Я прошу прощения. Я, пожалуй, зайду к Злате. Это моя супруга. Она сегодня немножко приболела. А мне, пожалуй, нужно припудрить носик. Я скоро вернусь. Ну, тут я, к сожалению, мало чем смогу помочь, потому что как раз в последние 20 минут они все зашли в дом, а я осталась в беседке одна. А они зашли именно вместе? Нет. Каждый назвал свою причину, но, если честно, выглядело как-то странно. Всякие странности я люблю больше всего. Гриша, что? Что случилось? А, не-не-не, все хорошо. Просто мне показалось, что Егор Иванович как-то не так дышит. Господи. Как же ты меня напугал. Не надо так, Ольга Евгеньевна. А помните, я вам песенку пел? Все пройдет, все. Ваш муж обязательно поправится. Твои б слова, да Богу, в уши. Вот. Оно волшебное. Съешьте, и вам сразу станет хорошо. Спасибо, Гриш. Ты настоящий друг. Да ладно. Чего ж ты? Вот, возьмите. Спасибо. Привет. Я к тебе. Ты знаешь, что с Егором? Я ходила в больницу, но меня к нему не пускают. Да, к нему сейчас только Оля пускает. Ждем, Вик. Пока ничего хорошего, но надо верить. А я во всем виновата. Это все из-за нас с Алексом. Выбросьте это из головы. Виноват преступник. Тот, кто стрелял. Причем тут вы? А Егор, ну что Егор? Ну, работа такая. Каждый день быть героем. Вот, правильно. Вик, ну, пожалуйста, ну, хватит винить себя. Давай лучше, знаешь что? Помоги мне. Хорошо. Что делать нужно? Нужны сплетни. Ты актрису Мещерякову знаешь? Которую муж убил? Конечно, знаю. Странно, что он ее раньше не убил. Давно пора было. Вик, ну что ты такое говоришь? Что? Я всегда правду говорю. Она с Кахановским, вот, режиссер который. Ну, я знаю. И что? Ну и все. У них роман уже который год. А сейчас Тарасов приехал, ну, который химкабинат хапнул. Ну и все, она переключилась на него. Ну, может, она такая, артистка такая вот. Ей нужно вдохновение. Ага, или на денег хочет, да побольше. А Кахановский знает про Тарасова? Ну, конечно, в курсе.
Только что он может сделать, если Тарасов теперь фактически финансирует весь его театр? Он скрипит зубами, молчит и кланяется. Знаете, девочки, в наше время было лучше. Ничего мы про это не знали и жили как нормальные люди. А сейчас... Ой. Привет. Привет, моя Привет. Любимая зрительница. Ты что, на спектакле? Я сегодня не участвую. Валь, ну разве я могу так ранить своего любимого артиста? Нет, я с Кахановским хочу поговорить. Забудь, забудь. Мэтра сегодня нет и не будет. А что он тебе понадобился? Он же скучный. Да так, хотела кое-что о Мещеряковой спросить. Ты же слышал про нее? У нас весь театр на ушах стоит. Мещерякова, Мещерякова, как будто других людей больше нет. А Кахановский, он тебе ничего интересного не расскажет. Он же про мертвых либо хорошо, либо ничего. Тем более, что у них роман был. Поэтому ты лучше у меня спрашивай, я церемониться не буду. Валь, а ты про их роман точно знаешь? Не только я. Это весь театр знает. Они и не прятались никогда. Ты сама подумай, как такая жидкая артистка могла стать примой. Ну не скажи, но все-таки что-то в ней было. Страсть к манипуляциям. Да. Ты не представляешь, как эта зараза, она обожала интриги. Уж доведет свою жертву до белого коленя, потом стоит в сторонке, смотрит, как-то корчится. Такой человек. Валь, ну она что, с тобой так же поступила? Ты издеваешься? Нет, она, конечно, попыталась, но ее и так осадил. Девочка забыла, как домой идти. Нет, если тебе будут радужные сказки про нее рассказывать, ты сразу дели на 16. Угу. Привет. Привет. А что я тебе принесла? О, вау. Кофе. Да, так я тебе и поверил, что ты просто так пришла попить кофе с пирожными. Ну ладно, мне нужна переписка режиссера Кахановского и Ксении Мещеряковой. Ладно. Сейчас найду. А ты пока, пожалуйста, свари кофе. Пирожное обратно уже не принесешь. Да. Так. Слушай, а что конкретно ты хочешь узнать из их переписки? Просто сначала любовные сопли, а потом разборка на тему «Не сметь налево». Так, а поподробнее про «Не сметь»? Пожалуйста. Так. Знаешь, ты можешь мнить о себе что угодно, но мы оба знаем, кто сделал тебя актрисой. И если ты начнешь крутить хвостом, я этого так не оставлю. Иди поспори. Вау, ты мне угрожаешь. О, да, я ужасно испугалась и убежала прятаться. Она, похоже, совсем его не боялась. А зря. А вот смотри, что еще нашла. Погоди, это же фотография, которую кто-то отправил Панкратову перед убийством Ксении. А ты где ее нашел? В облаке Кахановского. Это что же получается? Он натравил Панкратова на Ксению? Какая мерзость. Слушай, ну что ты от него ожидал? Кахановский поступил своей неверной любовницей, как истинный режиссер. Поставил мини-спектакль, сел в первый ряд. Интересно, я тоже он ей подсунул? А мне вот другое интересно. Где мой кофе? Ой. Да, и не буду спрашивать, как ты все это выяснила. Иногда лучше не знать. Но информация действительно полезная. Пригодится во время допросов. А у меня для тебя сюрприз. Что это про Андрея? Его выпускают? Ты такая быстрая. Нет, пока не выпускают. Но мне позвонили и сообщили, что наши проверяльщики из прокуратуры сегодня не пришли. Так что ты можешь ненадолго заглянуть к Назарову в КПЗ. Спасибо. Ты мне больше ничего сказать не хочешь?
Не знаю. Понимаешь, такое ощущение, что я упустила что-то важное, но никак не могу вспомнить, что. Не страшно, вспомнишь, скажешь. Главное, специально ничего не скрывай. Не хотелось бы портить наши отношения. Ну, конечно. Да, это я послал фотографии Панкратову. И что? И что? Зачем вы это сделали? Зачем? Разозлился. Я, знаете ли, тоже не какой-то там прыщ на спине слона. Я режиссер. Я имя. А она со мной как? Как с недоразумением каким-то. То есть вы решили отомстить любовнице? Да мне-то за что ей мстить? И вообще, любовница — это от слова «любовь». А у нас с Ксюшей были всего лишь веселые потрохушки. Мещерякова также легко воспринимала ваши отношения? Ну, нет, конечно. Но у этой дурочки не было ни малейшего шанса. Вы так пренебрежительно о ней говорите. Неужели совсем не жаль Ксению? Мне Ксюшу очень жалко. Мы же с ней с детства были знакомы. Она такая всегда была талантливой, невероятная красавица. Я ее очень восхищалась. Я поняла. Скажите, а вы видели Мещерякову в доме? Да, я пьесу распечатывала в кабинете. Она зашла, спросила, скоро ли. Я сказала, что уже почти все. Кого еще вы видели в доме? Да никого я не видел. Я зашел, чтобы поговорить с Ксенией, но ничего не вышло. Знаете, она в тот день так хамски себя вела, что у меня теперь даже не получается ее оплакивать. Понятно. А хозяйка дома, как она относилась к Мещеряковой? Слушайте, отстаньте от моей жены. У нее в тот день так болела голова, что она даже из комнаты не выходила. А вы ее бережете. Поэтому и убили Мещерякову. Она угрожала все рассказать вашей жене? Моя жена про меня все знает. Злата на редкость умная женщина. Когда вы вышли из дома, вы сразу пошли в беседку? Никуда по дороге не заходили? Никуда. Может быть, встретили кого-нибудь? Нет, мы с Ксюшей пошли в беседку, а там уже все и Кахановский, и Роман Кириллович. Мне очень не нравится, что Марго решила действовать таким способом. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Этот дом только твой. Ну, если она поможет выйти тебе на свободу, то почему бы и нет? А с домом мы потом разберемся. Ну, это может затянуться надолго. Тогда мне придется жить у тебя. Идиотская ситуация. Ну, я вообще-то не возражаю. Живи, сколько тебе понадобится. Что? Дом большой, места хватит всем. Смеешься надо мной, да? Нет. Я просто очень корыстная. И хочу свалить на тебя приготовление завтрака. Тем более, что готовишь ты все равно лучше меня, надо признать. Ты еще не видела, как я мою полы. Свидание окончено. Пока. Пока. Неудобно, конечно, так говорить. Все-таки молодую женщину убили. Но, судя по всему, это был вопрос времени. У женщины муж,
два любовника одновременно, жди беды. Да, ситуация некрасивая. Муж и два любовника. Что-то мне это напоминает. Может, какой-нибудь современный сериал? Нет. Совсем не современный и совсем не сериал. Антон Павлович. Добрый день. Здравствуйте. Не может быть. Вы мой самый любимый писатель. Приятно слышать хорошие слова от такой симпатичной поклонницы. Но мне кажется, вы немного ошиблись. Да, я тоже как-то побаловался детективным жанром. Однако вы попали не в ту историю. Похоже, мужчины здесь совершенно ни при чем. Шерша ля фам, милая барышня. Танечка Андреевна, удалось что-нибудь подсмотреть? Нет, на этот раз не удалось. Но возник один вопрос. Конечно, идите. Только потом расскажите, чем все закончится. Спасибо. Ой, как хорошо быть молодым. А почему не допросили жену Тарасова? Она у нас болеет. Адвокат предоставил справку от врача. Если в день убийства вместо Вени была я, она бы не отвертелась. А Вени настаивать не стал. Тогда ведь речь про отравление не шла. Слушай, я завтра иду к ним домой разбирать библиотеку. Хочешь, я с ней как-нибудь потихоньку поговорю? А можно я пойду с тобой? Но она же не знает, что я следователь. Пусть думает, что я твоя помощница. Я сама у нее все выспрошу. Договорились? Хорошо. Отлично. Ты собираешься куда-то? Свидание? Ну, какое свидание? Нет. Чисто деловая встреча. Просто очень важная. Ну вот я и пенсионер. Гуляю по парку, наслаждаюсь солнышком. Слушаю птичек, наблюдаю за уточками. Скоро бухтеть начну. Вот, молодые девочки носят слишком короткие юбочки. Да ладно, прибедняться, пенсионер нашелся. То, что прокурорские не вышли на работу, очень хороший знак. Не факт. Они набрали достаточно материала и вполне сейчас могут сидеть на совещании и решать, насколько меня можно закрыть. Или их просто отозвали. Мне кажется, или ты что-то знаешь? Я ничего не знаю, просто предполагаю. Я просто таких дел видела, перевидела. Да. Раньше времени радоваться я не буду. Вообще-то не важно. Главное, чтобы Егор поправился. А что врачи говорят? Нужно время, я к нему ходил, не пустили. Ну, все то же самое. Меня его батя от пуль прикрыл, а я, видишь, не смог. Татьяна, как я и обещала, вопрос решился в нашу пользу. Да, я вижу. Поздравляю, Андрей. Спасибо. Мы не стали вызывать участкового и вскрывать дверь. Нам не нужны проблемы.
Просто отдайте ключи, соберите вещи и давайте я вас отвезу. Где вы там будете жить? Я буду жить дома. Вы меня не поняли, я говорю, что у вас Рит, больше... хватит. Спасибо тебе большое, но дальше мы разберемся сами. А ты поезжай. Спокойной ночи. Нормально вообще. Давай поговорим. О чем? Ты же все обо мне знаешь. Да, я все знаю. Знаю, что ты ни в чем не виноват. Но они могут вернуть меня обратно в колонию. Нет, не могут. Я говорила с Норой, они зачтут отсиженные и отпустят. Ну, или дадут условно. Ты пойми, с моей судимостью, Тань, я больше не смогу летать. Я не понимаю, чем я буду заниматься, на что я буду жить. Я не могу просто взять и повесить все это на тебя. Не могу заставить тебя разгребать все то, что мы натворили с моей бывшей женой. Я просто очень серьезно к тебе отношусь. Я понимаю. Но у тебя просто... гипертрофированное чувство ответственности. Ты можешь не решать за меня, что мне разгребать, что мне не разгребать. Но я не об этом. Ну, пойми меня, пожалуйста. Ладно. Давай мы сделаем так. Ты вот рефлексируй, сколько тебе будет нужно. Угу. Я пойду к себе, моя спальня там. Ты устраивайся, где тебе удобнее.